Всем привет! Вы на канале Таша и Ярик. И сегодня я буду лепить марионетку. Вот такая вот картинка у меня из интернета. А вот и наш пластилинчик. Черный, белый, красный и фиолетовый. Ну, точнее, наверное, сиреневый. То есть это фиолетовый, смешанный с белым. Поехали!
Вот и готова моя марионетка. Достаточно такая хрупкая фигурка получилась, потому что она вся тоненькая. Ее, конечно, желательно делать на каркасе, наверное, совсем. Вот. Или в туловище тоже можно было вставить зубочистку. То есть вот так вот сделать. И как раз голову посадить на эту зубочистку. Но я уже переделывать не буду. Поэтому то, что у меня получилось, то и получилось. Вот, поэтому она у меня вот так вот сгинается. Вот такая вот интересная получилась фигурка. А приветы в этом видео хочу передать каналам Димочкин ТВ представляет, Крутой Типок, Кошмарный Бонни, Елена Пономарчук и Лай Геймер. Ребята, всем привет! А если вам понравилась фигурка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Таша и Ярик. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. А с вами была Таша. Всем пока-пока!